День экологии мы провели сегодня с супругой на берегу речки Патха. И уже вывезли более 40 мешков мусора. И, в общем-то, результат. Вот он, почищена часть береговой территории речки Патха. Тут еще предстоит немножко поработать. Вот, если уже убрать вот эту кучу, получится, в общем-то, неплохое такое местечко для рекреации. В общем-то, то, что сделано, это очень небольшая часть, но если подобное сделает каждый, почистит хотя бы часть береговой территории, часть своего двора, около своего дома, то насколько чище станет вокруг. Роман Зайцев, живу на ДВ. Николаевск на Амуре день за днем. Николаевский район, поселок Красная, речка Патха. Как раз место, где речка Патха впадает в реку Амур.